Здравствуйте, я Каныша Айрысбекова, лидер экологического движения Save Тяньшань. Мы сегодня здесь собрались, те, кому не безразлично будущее Кыргызстана. Как мы все знаем, 17 августа состоится суд в городе Нью-Йорк между Центерой и Кыргызстаном. В связи с последними политическими событиями Центера Голд подала в суд на нас, Кыргызстан. Мы здесь требуем, чтобы Центера была привлечена к ответственности за экологический ущерб, за уничтожение ледников Давыдов и Лысы, за неуплату налогов и за аферу с Кыргызстаном. Судебный процесс, еще раз хочу напомнить, состоится 17 августа. Вот мы сейчас здесь собрались, чтобы поднять общественность, не только нашу местную общественность, но и мировую общественность. Для этого мы сегодня пригласили очень многих активистов, в том числе будут испаноговорящие люди. Мы будем готовить материалы, там будут в подробностях описаны все нарушения Центера Голд. И я надеюсь, после этого мировая общественность узнает, что Центера Голд на протяжении 20 лет в Кыргызстане вели свою деятельность не по нормам и не по закону.